Сегодня выпускники общеобразовательных учреждений России сдали еще один обязательный госэкзамен по математике. ЕГЭ по русскому языку прошел 31 мая. В этом году выпускников в Кабардино-Балкарии свыше 6500. Перед экзаменом с ребятами провели краткий подготовительный курс, объяснили правила заполнения бланков и сдачи ЕГЭ. По-прежнему запрещено пользоваться мобильными телефонами и электронно-вычислительными устройствами. В класс разрешали взять ручку, карандаш и линейку. В распоряжении школьников было 4 часа на решение всех задач. В этом году наказания за нарушения существенно ужесточены, вплоть до аннулирования результатов экзамена с правом пересдачи лишь в следующем году. На ЕГЭ присутствовали также представители Рособранадзора. 13 июня выпускников физика и общества знания, география и литература 16-го.